Всем привет, чуваки, с вами Джел, Фантаром и Денгрил. Всем привет, друзья. Всем здорово, ребят. И сегодня у нас будет Орел и Решка втроем. Вы только посмотрите, какие машины могут нам выпасть. Итак, это первая тачка. Мы сейчас будем по очереди выбирать машины. От 1 до 3 будем задавать вопрос Алисе, кому какая тачка достанется. А далее будем выбирать от 1 до 3, кому сколько достанется денег на тюнинг этих машин. Ну что ж, а мы погнали. Ну что ж, а я начинаю тогда первым. Давайте, задавайте Алисе вопрос от 1 до 3, и как посмотрим, давай, какая машина выпадет мне. Алиса, назови число от 1 до 3. Есть! 3! Да ладно, вот этот третий мустаж, и посмотрим. У тебя нормально. Если что, это тачка из арены VAR. Так что посмотрим, на что я смогу ее протюнинговать и какая сумма достанется. Кто следующий? Давай мне. Давай, самое главное, чтобы тебе выпало 2. От 1 до 2, нет, давай. Назови число от 1 до 2. Выпало число 2. Есть! Есть! Мне повезло. Ой, мне прям дико выперло. Что хоть... Так, у меня это... Да, еще, кстати, деньги теперь. Да, теперь давайте спрошу у Алисы. Также по порядку, наверное, да? Или теперь в обратном порядке? Можно повторов, да. Давайте теперь обратно, я тогда, типа, первый, Дэнгвилл, весь второй, это третий. Да. Если что, первый это сумма 150 тысяч, второй сумма 500 тысяч, а третий может безгранично вообще денег тратить на тюнинг. Давайте. Пожелайте мне удачи. Давай, кто Фантаром сейчас? Давай. Назови число от 1 до 3. Сколько? 3. Три! Безгранично денег можешь тратить. Жёстко. Итоги, так, давайте теперь Денгрил. Блин, ну, знаешь, я бы тебе рекомендовал это уже, так сказать, опасаться, потому что шанс у вас 50 на 50. Да, давай. Давайте. Назови число от 1 до 2. 2. Два раза подряд цифра 2. Это судьба. И получается, мне остается 150 тысяч на тюнинг. 50 тысяч! Самая крутая тачка на 150 тысяч. Блин. Ну что, я предлагаю ехать в тюнинг. У тебя ареновская модификация, ладно? Да, у него ареновская. Ой, прости. У него ареновская модификация, да. Слушай, ему так денег надо много. Так еще у него мало их. Ой, а здесь это. У нас поехали тюнинг. Поехали. Ну что ж, я приехал в мастерскую арену, и теперь, так как у меня тачка из арены, я бесплатно покупаю какой-либо обвес вот этот. Я куплю, конечно же, вот этот вот, наверное. Блин, даже не знаю, мне кажется, короче всего будет выглядеть вот этот, типа апокалипсис. Я его покупаю как бы за бесплатно. Вот, и дальше у меня есть 150 тысяч на прокачку тачки. 150 тысяч, я, конечно, потрачу диски мне вообще не нравятся. Так, в принципе, я думаю, не знаю даже, какие выбрать. Вот эти, я точно буду вот эти покупать. 47 тысяч. Блин, ладно, все, минус 50 тысяч, можно сказать, и у меня остается 100 тысяч. Ну, 103 тысячи, естественно. 103 тысячи остается на что? На что можно поставить 103 тысячи? Ладно, я посмотрю, какая есть. Двигатель на 103 тысячи, конечно, на максимум. 33 тысячи 500, окей. И еще на 70 тысяч, что можно купить? Можно на 70 тысяч тонировку поставить. Окей, 65 тысяч у меня остается. Оружие, серьезно? Давайте посмотрим, какие есть оружие. Тараны, ну-ка. Блин, таран очень дорогой, я его не могу купить. Основное оружие тоже очень дорогое. И неконтактные мины, я не могу их купить. Окей, можно купить тормоза. Кузов, какой можно кузов? Шипы, шипы, это будет жестко, очень жестко. 55 тысяч. Да, за 55 тысяч я купил шипы, и у меня остается 20 тысяч. 20 тысяч я буду таратить, наверное, на... Посмотрим, сколько стоит спойлер. Спойлер на эту тачку можно купить. Нет. Я подвеску куплю. Мне кажется, четко. Или повыше. Нет, я подвеску куплю, да. Короче, докуплю просто-напросто цвет. Это будет хромированный. Ну-ка. Нет, хромированный не очень. Металлик. Металлик. О, вы только посмотрите, какая ржавчина тут смотрится на ней. Это жесть, просто жесть. Я хочу сделать его ярким. Какой-нибудь красный, главово-красный, который есть здесь. Ну-ка, сейчас даже все перемотаю и посмотрю, какой можно поставить.
Красный, да, реально я буду касать красный. Вот этот вот лавово-красный цвет. Все, покупаю его за 14500. И в принципе все. Больше я не знаю, что можно еще сделать. Наверное, это все. Это просто все. Вот такая тачка у меня получилась. И в принципе можно смотреть, как сделали тачки свои пацаны сделали тачки. Ну что, короче, вот мы и сделали свои тачки. Пацаны, давайте расскажите, что вы сделали вообще. Это что, слева? О, не, давай с тебя, давай с тебя. Да, ладно. Короче, ну, помнишь, что ты все по максимуму поставил. Да, все по максимуму поставил. У тебя же полный тюнинг был, да? Да. Точнее, деньги безграничные? Нет. Пол ляма у тебя, да? Да. Давай следующий. Я купил бесплатно вот Arena War броня, вот это вот, поставил шипы и себе купил их, диски купил себе, покрасил в красный цвет машину и занизил ее. И еще двигатель поставил, турбонаддув ставить не стал, денег не хватило. Ну давай, теперь ты говори. Так, ну у меня все по максимуму, все абсолютно, что можно. Это вообще, она жестко выглядит. Видишь, еще вот здесь поручни поставил, это чтобы... Да, бабульку, знаешь, если проходит около машины, там, чтобы не упали, подержались, да-да-да. Там ли подержаться. Вот особенно вот эту вот лавочку. Чётко. Что ты с глушителем сделал? Зачем ты его выгнал так? Ё-моё. Я тебе говорю, где девайс? Заехал я. Вот он мне так сделал. Просил спойлеры поставить, он мне глушитель поставил. Ну, ничего, бывает. Ну чё, поехали, я думаю. Да-да-да, погнали гонку, сейчас проедем, посмотрим, у кого тачка всё-таки будет быстрее. Давай, кидай гранату и помочь. Так, давайте, я бросаю, раз. Давай. Бросил. Блин! Давай, нормально. Готовы? Все, погнали. Давай, ну ты почему вообще отлично. Почему вас не взорвало-то? Нормально, а ты ее в середину кинул, там нормальное место было. Мне кажется, я кого-то... Он у вас в середине был? Да. Смотри, хочешь я подставу сделаю, Денгрил? Хочешь? Лови. Сейчас будет, смотри. Ты попал меня тебя? Машину убил. Пацаны, стойте, ждите. Ждите меня, пацаны, я утопил тачку в бассейне. Да ладно. Он врет. Тормозите. Ты че, серьезно? Дубль номер два, пацаны, все, дубль номер два. Подожди, сейчас я машину вытащу. Так, ну что ж, попытка номер два, пацаны, вы готовы? Мы, да, в принципе, давай. Вот возле дома с бассейном, так что давайте. Кидайте. Так, я бросаю. Вот так, сейчас скину, давай, подальше, давай. Где-то три. Лишнего раза не было? Две. Одна. Воу! А чё вы как стартанули-то? А я не могу это так. Это чётко, это просто чётко. А вот, надо уметь. Так, ну-ка, никто не хочет еще раз этот щит мой сзади, чтобы типа, давай, прилетел? Давай, я ловлю. Ловишь? Ща, не, я не тебе кину его. Можно, не надо. Можно, надо. О, вы чё? Видели? О, Лёва, чё, так, я тачку с собой вожу тут. Жесть, Денгрил, ты тут летаешь. Я летаю тут. Воу, тебя развернуло, кажется. Я как-то маневрировать, так далее. Так, главное на карту сейчас смотреть, потому что я забываю смотреть и могу просто куда-то уехать. Кстати, она тебя догоняла, хоть ты её сколько прокачивал безграничным этим деньгами. Так. Она очень неповоротливая, она очень тяжелая машина. Моя вот эта. Моя тоже. Но у нас машина одинаковая. Ну да. На доминаторе, конечно, едем. Это года выпуска и все. Конечно. Привет. Да. Так. Единственный минус, я не могу понять, где ты по карте. Как можно понять, да, ты человек-невидимка. Я просто тебя легонько дотронулся, ты уже все переворачиваешься. Так, я практически доехал. Так. Нет, я должен второе место занять все равно хотя бы. Давай. Так, давай. Толкайся. Привет. Блин, я знаю, почему это. Это все из-за того, что я не скинул вот этот щит себе. Так. Вот, блин. Мы просто синхронно. Ой. Так, аккуратно. Пошел у вас. Давайте внутрь. Есть! Ну как бы. А где я? А вот он. Нихрена себе! Чем меня запулять? Убивай ему все, что он тебя ничем не ударил. Ну что, ты как бы готовы? Да. Кидайте гранату и давайте посмотрим, у кого тачка будет быстрее. Так, на драк рейсинге. 5 секундочек. Давай. Кинул? Готов? Кидай, вот, кинул. Посмотрим сейчас. Так, очень интересно.
Так, едем, едем, о! Так, я сейчас кого-то тоже, наверное, гранаты кину. Посмотрим, будет у кого круче. Это что такое стоит тут? А, это мой этот бампер оторванный, ничего себе. Нормально. Я думал, сейчас толп какой-то. У нас с Дингрилом, по-моему, просто тачки одинаковые. Ну, у меня она медленная, из-за того, что она очень тяжелая, очень тяжелая. Я турбонадув не ставил еще. Я тебя догоняю, кстати. Ну все, это сессер не помогло. Сейчас я кому-то мстить буду. На. Здесь он мне там липучку не наклеил. Ну что ж, в принципе, на этом можно заканчивать. С вами был Джел, Фантарум, а также Дингрил. Попрощайтесь, пацаны. Да, всем пока. Вот так вот. Покедова. И надеюсь, ты красиво полетал, да? Так что все, всем спасибо, всем пока. Ссылки на канал будут в описании, а мы прощаемся. Всем пока, меня этот урод запуливает. Пока-пока.